большая проблема, когда снимаешь на телефон и хочешь заснять ролик целиком, а тебе звонят на этот телефон. А, черт побери. Получается, опять прерываешь идею, мысль, кусок остается, дальше продолжаем со второй попытки. Я хотела что сказать. Давайте посмотрим на город глазами, свежим взглядом окинем. И опять посмотрим плюсы и минусы, пока все не расцвело. Потому что когда все расцветает, все же классно, все красиво. Плюс в городе то, что открылись кафешки. И то, что... Смотрите, первый как раз ряд до моря. Видите, как газончики, лужайки. Но в этих домах, кстати, чаще... Редко живут люди. Живут, но очень мало. Может, на целый дом одна семья. В основном, конечно, это все сдается туристам. Часто, кстати, семья вообще переезжает куда-нибудь, если у них есть вне города какие-то апартаменты или домики, и они полностью все это туристам отдают. Так, посмотрим, в общем, город свежим взглядом окинем, посмотрим, что происходит до самого сезона. Ну, то, что насыпать будут пляжи, это понятно. Здесь, как всегда, вот этот гадкий камень непонятный, самый, наверное, дешевый. Вообще не люблю лучицу, потому что здесь всегда очень крупные камни, очень грязные пляжи. Их даже не пытаются чистить. Если вот, например, под концессию, я вам показывала весной прошлой, два парня, они перед засыпкой пляжа рядом с городским этим пляжем, рядом с центром в Триквеннице, они чистили своими силами, конечно же, не рассчитывая на коммунальщиков. И я с ними разговаривала. Я видела 4 или 5 мешков полных мусора. Они говорят, что столько же день до этого вывезли. Просто море выкидывает, и невозможно все выгребсти. Поскольку в городе не хватает ни служб, ни людей, ни какой-то системы нормальной контроля и очистки. Естественно, все, что есть, грязь, непорядок, все это так и стоит колом. И после туристов, и до туристов вообще. Ну или просто тупо засыпают песком там или камнями. А в Сельцах два пляжа более-менее чистятся, потому что один даже просеивает песок, потому что человек, в принципе, по крайней мере, 50% этого песка оплачивает сам. Плюс, ну, как-то хочет, чтобы у него пляж был оазисом чистоты, порядка, надзора. Больше всего меня, кстати, на пляжах бесит, когда люди курят. Не потому, что они курят, мешают, дымят, да, я и сам дым этот не переношу. Но дело в том, что они гасят бычки, сплевывают, и вот это вот все где-то из-под шезлонга. И дальше, когда вы приходите, например, занимаете то же самое место, которое, кстати, не чистят, особо не дезинфицируют, как было по закону, ну, так сказать, по закону должно было быть. В общем, вы берете это место, ваш ребенок, например, копается рядом, выкапывает потом эти сраные бычки. А выглядит отвратительно, грязно, некрасиво, ну и неэкологично это в любом случае. Мы все знаем, как это влияет на природу, на рыб и так далее. И я не понимаю вот такой прикол, почему бы не сделать или отдельную урну для бычков, или человек сам, который идет на пляж, красивое что-то купить, такую штучку. Тут эти коробочки, ну максимум 1 евро стоят, складывая куртки, выкидывая их потом. Очень некрасиво, особенно когда это делают женщины, особенно которые приходят сами на пляж с детьми. И дети, там тоже отдельная история. То камни швыряют в море, не заботясь о том, что в голову кому-то прилетит, то они мусор оставляют. Я частенько тогда подбираю мусор под дуру, кашу, говорю, ой, у вас что-то выпало. Подбирайте чашки, пакеты от чипсов. Говорю, это ваше, вы забыли. И пихаю им в сумку. Ну, у них, наверное, совесть срабатывает, и они это уносят. Хоть какая-то совесть или стыд. Я смотрю, что я забрела-то сюда вообще. Смотрю, насколько сильный отлив последний месяц. И если я раньше вообще не могла пройти по этому пляжику, то сейчас смотрю, во-первых, сам песок вымыло, ну, природным путем, волнами. Вымыла сюда дальше, на большие эти камни. И в итоге отступила.
теперь вот прям такой огромный пляж получился. Летом здесь все забито, здесь не пройти. Крупный камень внизу. В общем, мы на этом берегу отдыхаем очень редко. Знаете, как бывает, зависит, с кем вы приезжаете на море, с кем в данный момент, если вы не сами, с кем вы в данный момент, так сказать, проводите время. Потому что разные гости, разные друзья, родственники любят ходить на разные пляжи. У кого-то это вот привычка, у кого-то рядом кафе, у кого-то из-за парковки причина. В общем, по разным причинам люди любят оставаться в определенных местах. Я люблю больше всего вот в Сельце. Ну, потому что, во-первых, мы туда чаще ездим по работе. Потом знаем хорошо это местечко и городочек. И вот именно из-за песчаных пляжей. Есть еще парочка мест неплохих. Я их показываю своим подругам, знакомым, чтобы они знали, где можно спарковать, как можно легче дойти. И где, в общем-то, к вечеру лежаки, например, даже те же самые бесплатно. А в основном тусовка самая классная, это не по жаре, а после 6-7 часов. Вот именно в Сельцах, открываю большую тайну. Теперь никто никого не гоняет, как раньше. А было там вообще жесть, конечно. Никто никого не выгоняет. Мозги не компасируют. Вы можете спокойно прийти, не оплачивая, занять лежак, разместиться, загорать, плавать. Потому что летом до 9-10 часов солнце, и все больше людей остается дольше. Если раньше, например, в 5 часов, в 6 народ паковался, в 7 шли в ресторан, гулять, что-то покупать, закупать. Ну, вот я по Сельцам ориентируюсь. Да, в принципе, и в Цирквенице та же тема. Поскольку очень многие магазины закрыли, работали также, в общем, с ограничениями, то народ, в общем-то, я вот всей забавы оставалось чисто море, и до победного конца все оставались и сидели. Так, я... Ага, 7 минут 22 секунды, отлично. Смотрим пляж для собак. Вот всем собачатникам, которые живут рядом с Цирквенницей, я понимаю, что собака не будет терпеть до этого пляжа, но я не понимаю, почему люди не хотят ходить именно сюда. Есть, где собака может поиграть, попрыгать, побегать. Никому не помешают, никого не испугают. И здесь точно есть контейнеры для дерьмеца и разные тут пакеты, ну, даже вне сезона, которые можно собрать, если вы забыли. Вот, кстати, тут можно даже оставить бутылки, но это летом, наверное, и бумагу. В родном Благовещенск, Дальний Восток, поставили первый бокс металлический, 500 евро, по-моему, стоил. Поставили этот бокс для сборки кокошенции. Не прошло и 24 часов, как бокс разбили вандалы. Люди говорят, ну, кто бы сомневался. Другие говорят, а неужели это так дорого? А третьи говорят, да сколько можно? Вот. А я говорю, что да, жесть и никакой цивилизации, потому что хоть что-то город все-таки пытается делать, не просто воровать деньги, а как-то вот что-то все-таки построить, привести в порядок, но не работает тема. Не работает она, кстати, и у нас. Летом здесь круто. Музыка, навесы, лампочки. Классно это все дело выглядит. В общем, не работает и у нас в городе эта система. Потому что пакеты как-то вот так же расхватываются быстро, обновляются мало. Вот эти вот маленькие специальные. И что еще проблема? Проблема в том, что все-таки собачники чаще, ну, под дурака косят. Собака делает свое дело, даже если она поссала, они как-то не отводят ее от детских площадок или где-то. Не, они просто в детскую песочницу могут. Или разорвалось это. Наверное, будут обновлять скоро этот пляж. И не убирают за своими животными. И, естественно, очень неприятно, очень некрасиво. А чаще это все-таки взрослые люди, которые сами там кричат, как любят свой город и как его надо оберегать.